Здравствуйте! Сегодня мы с вами попробуем посмотреть, как работает кассетная дека Technics R671 с индексом US. Ну и запишем на нее на кассету пару композиций. Берем кассету, это обычная кассета ТДК, нормальная. Вот, смотрим. Я не буду кассетоприемник закрывать. Для удобства. Здесь записана какая-то подвся. Сейчас мы ее сотрем. Вот. Ставим на паузу. Вот. Писать будем Бирелли Лангрена. Там очень много натуральных ударных инструментов, тарелок и прочее. Посмотрим, как у этой деки по высоким частотам нету вот этих циков, как у нее перегрузочная способность на высоких частотах у головки. Уровень у нас выставлен приблизительно. Вот, не будем фанатично там больше делать. Итак, приступаем, включаем. Так, поехали. Сейчас рекорд у нас пройдет. И мы, пленка пошла, включаем и слушаем. Thank you.
Ну, сейчас послушаем еще начало второй композиции, там очень много ударных, и потом более плохо. Закончим запись, возвращаемся обратно. Мне тут недавно приходили убиратели Север, вот, со своим местеусилителем современным, сравнили, посидели, говорят, да, здорово звучит, намного лучше моего. И потом делает человек такое заявление, да, ну, знаете, звучит он, конечно, лучше, но у него же конденсаторы все высохли. И я, честно говоря, чуть не упал. Я говорю, а что вы хотите сказать, что надо в вашем, может быть, усилителе в новом конденсаторе подсушить, чтобы он так хорошо звучал? Или почему? Я говорю, если бы он звучал бы плохо, или слышали какой-то фон, или там просадки были по напряжению, то тогда бы можно быть, так сказать, обратиться к этой теме, там посмотреть, какие блоки питания, может быть, конденсаторы сели, или что-то вы по звуку послушали, но так... Просто от нечего делать, взять и заменить все конденсаторы в полностью рабочем ресивере 70-х годов. Я считаю, что это безумие. Во-первых, можно испортить вещь. Кстати, об этом тоже не забывайте. Там конденсаторы Элна стоят, все хорошо. Ну, не знаю. Может, я, конечно, не прав. Так, мы уже перемотали и так слушаем. Громкость не меняем. Thank you.
Thank you.
Запись закончилась наша. Что я могу сказать? Пишет он, конечно, замечательно. Что касается вот высоких частот, даже мне показалось, что тут, конечно, трудно, я пишу фотоаппаратом, судить о звуке, но мне, честно говоря, показалось несколько, как бы какой-то у высоких появилось благородство, отсутствие песка, чуть-чуть его поменьше стало. Может быть, конечно. Хотя проигрыватель у нас сейчас использовался Philips CD650, он такой относительно средний, всеми любимый. Конечно, сейчас уже не дешевый, но аппарат хороший. Ну, на этом я, наверное, закончу. Вот, чтобы вы знали, как пишут такие аппараты, которым уже даже не знаю, сколько же лет-то получается. Если он 70 какого-то 8-го, то это получается 30. 40, чуть ли не 50 лет, но у них все есть. Кстати, протяжка у них там вообще металлическая, очень все надежно сделано, и дека такая тяжелая, лентопротяжный механизм на все это пространство, и она довольно увесистая, около 10 килограмм она весит, и ей только требовалось поменять фактически пасик, там почистить контакты и все. Ну, на этом мы заканчиваем. До свидания и до новых встреч.